Привет, друзья! Сегодня делюсь рецептом, как за 10 минут побаловать своих родных. Это не пицца. Это невероятная вкуснятина из простых продуктов. Короче, хлеб и яйца, и пиццу я больше не заказываю. Смотрите рецепт. Вот все, что нам понадобится. Батон домашней выпечки. Сейчас на самоизоляции пеку по 2 штуки в день. Грибы достал из морозилки, тоже заготовленные вяленые томаты, наши летние, залил кипятком, и смотрите, какие они мягенькие теперь стали и очень ароматные. Молоко возьмем буквально несколько ложек, сыр заранее вытащил из морозилки, тоже оттаял, два вида у меня, щепотка соли, 5 яиц и мяско, жареная курочка, ух! Яйца со щепоткой соли и 5 ложками столовыми молока, раз, два, 3, 4, 5. Хорошо взобьем. Батон нарезаем на кусочки толщиной около сантиметра. Каждый кусочек отправляем в яично-молочную смесь и хорошо вот так вот окунаем. Отправляем наши кусочки в разогретую сковороду. Стараемся выложить их как можно плотнее. Сверху выливаем остатки яичной смеси, накрываем крышкой и жарим на умеренном огне. Ох ты! Теперь самое сложное в этом рецепте – это аккуратно все перевернуть. У меня получилось отлично! Выкладываем грибочки. Если хотите, конечно же, можете их обжарить или взять консервированные. Но я вот люблю такие. Теперь помидорки. Можно использовать черри, если у вас есть в холодильнике. Или нарезать кружочками крупные помидоры. Сюда, конечно же, можно добавить все, что угодно. Оливки, сладкий перец. Вот так, как я, курочку обжаренную. Либо колбасу. Все, выкладываем. Ух ты! Сыр я натер на крупной терке. И смешал два вида. Теперь хорошо, обильно вот так засыпаем сверху. Все-таки весна, и это не пицца. Поэтому, друзья, взял зеленый лук, несколько перышек. И вот так вот хорошо добавлю. Все, накрываем крышкой. И теперь ждем, пока сыр расплавится. У меня все готово, друзья. Посмотрите, какая красота получилась. И вы видели, все готовится невероятно просто. Обалдеть! Завтрак или перекус за 10 минут. Сырок тянется. Мама дорогая. Ох ты! Вы посмотрите! Невероятно много сыра. Ароматно и вкусно. Приходите в гости завтра. И не забудьте зайти в гости в Инстаграм. Там много личного. Короче, ждем вас каждый день с новым рецептом. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить.